Привет всем любителям мелодрам. Предлагаю прослушать обзор к русскому сериалу «Входя в дом, оглянись». Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. В семействе Савостиных большим хозяйством самостоятельно занимается Тоня. Энергичная женщина держит разную живность, следит за растительностью в огороде. Процветающее придорожное кафе тоже на ее женских плечах. Супруг Михаил старше любимой, он добивался ее внимания длительное время и не сводит с нее глаз, ревнуя к окружающим мужчинам. По доброй воле передав правление отлаженным бизнесом работящей жене. Он не стал менее рачительным, но позволяет себе выпивать. Не справляясь с обязанностями, Антонина наняла работника, молодой парень приглянулся ей сразу обаянием и жизнерадостность. От пьющего мужа она давно не видела нежности, но заметила заинтересованные романтические взгляды Артура. Влюбившись, она совершенно забывает об осторожности и чувствах Миши и не желает отпускать долгожданного любовника. Осознавая происходящее безобразие, хозяин дома предлагает поскорее женить нежеланного кавалера на своей племяннице Наталье, вергая в бешенство и отчаяние Тоню. Героине безжалостно к юной сопернице, в ход идут ласки, обман, краденые у супруга деньги. Актеры Екатерина Гусева, Александр Домогаров, Владимир Гуськов, Кристина Асмус.